Проверить, насколько хорошо знают правила дорожного движения дошколята, решили в Новом Осколе. Здесь впервые прошел конкурс «Агитбригад. Зеленый огонек». В нем приняли участие практически все городские, сельские, дошкольные учреждения района. Воспитатели и родители придумывали сценарий, готовили костюмы и реквизит, а мальчишки и девчонки демонстрировали свои актерские таланты. Нам с тобой не играть, не кататься, если ты хочешь здоровым остаться. Конкурс направлен на профилактику дорожно-транспортного травматизма, на то, чтобы обратить внимание родителей, детей, педагогов на соблюдение правил дорожного движения, на то, чтобы активно родители использовали светоотражающие повязки в одежде детской и своей. Теперь конкурс «Зеленый огонек» в Новом Осколе станет традиционным. И в течение года детсадовские агитбригады обещают выступить еще и на родительском собрании. Ведь иногда и взрослым не лишне напомнить о том, как вести себя на дороге.